И еще новости из Высоковска. Экомарафон добрался и до нашего соседа. В нашем городе на конечной остановке на улице Ленина в рамках экоакции «Переработка» был установлен экобокс для сбора люминесцентных ламп, батареек, ртутных градусников. Просим всех принять участие в данной акции и выбрасывать указанные виды отходов в экобокс. И давайте сделаем наш город чище. Этот контейнер пробный, и если утилизация батареек и ламп таким способом приживется, то через месяц Высоковский планирует установить более 20 подобных экобоксов. Такие же контейнеры уже установлены в 77 городах Московской области.